У нас представлено три модуля. Это модуль C, электрика, модуль G, тормозная система, и модуль E, двигатель, механическая часть. На каждый модуль им дается 2 часа, они выполняют задания, непосредственно которые предоставляет WorldSkills. Задания мы не знаем, оно приходит у нас день в день, то есть на само начало. Ни я главный эксперт, ни участники не знаем, какое будет задание. Значит, студенты у нас сдают экзамен по компетенции сварочной технологии. У нас сдают выпускники третьего курса. Сдают не в виде экзамена обычного теоретического обучения, а в виде демонстрационного экзамена. То есть они на практике нам демонстрируют свои умения и навыки, которые получили на теоретическом обучении, на учебной практике и производственной практике. Имея такой паспорт, они имеют, можно сказать, билет в будущее, потому что если специалист ищет и в поиске работы находится, то работодатели обращают внимание и делают, так сказать, преимущество тех студентов, выпускников, которые имеют паспорт вот, ВСР, Skills паспорт, потому что это практика, это опыт, это навыки, это умения, это уже, можно сказать, квалифицированные специалисты. Уровень подготовки наших студентов очень хорош, на среднем-высоком уровне, потому что у нас большое количество часов проводится и учебная, и производственная практики. Студенты у нас проходят на разных предприятиях, в том числе практику производственную, и Восточная Верфь, и тепловые сети, и Дальзавод, и на заводе «Звезда» в том числе есть работающие наши выпускники. Наша компетенция – сантехника и отопление. То есть в субботу у нас была жеребьевка, все это мы прошли в субботу. Сегодня уже с 9 утра у нас начался экзамен. Ребята готовят модуль сложный, не из легких. То есть в этот модуль входит монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения, монтаж стояка водоотведения, установка сантехприборов, то есть унитаза и раковины. Мы закупили новое оборудование, закупаем каждый год, и я им уже показываю инновации, инновационные технологии в системе, в сфере ЖКХ. То есть как при помощи компьютера можно запустить систему отопления жилого дома, как при помощи компьютера запустить, запитать систему отопления на горячую воду, на холодную. У нас очень развито строительство сейчас, но немножко эпидемия повлияла. А так новые дома строятся, там новейшие технологии. Спустись в подвал жилого дома любого, там все компьютеризировано, все. Ты должен уметь кнопочку нажать, запустить отопление, проверить стояки и так далее и тому подобное. То есть мы шагаем в ногу со временем.